Бабуль! Ты... Ага, понятно. Да. Ты там долго... Вот это мощно было. Ты там долго еще или нет? Мы как бы тоже тут... Да хватит перебивать! Мне тоже внутрь туда нужно. Пусти, пожалуйста, бабуль! Сральник установил там, конечно. Я понимаю то, что он очень удобный. Нельзя. В смысле нельзя? Да-да, я войду! Занято. Ну так если ты там уже сидишь минут 20, а то и... Установил, называется новый сральник. Слезть с него уже не может вторые сутки. Баб! Ну дай я пойду внутрь! Милок, дай мне посрать нормально достав... Ладно. Давай тогда посмотрим... Ну дай я хотя бы спокойно телек посмотрю, баб! Ага, спасибо. Так, что у нас по телеку идет? Неплохо! Латинские танцы! О! Не обращай внимания, пожалуйста! Я могу ходить... Бабуль, если бы здесь не было освежителя воздуха, то тут реально радиации бы больше было, чем в Чернобыле. Даже три освежителя воздуха не спасают. После тебя реально как будто после гипопотама. Сейчас, подождите, ребят, дайте мне секундочку. Мне нужно бабки забрать, все бабки и бензин заберу. Бензин, который... Все, закрыто на радиацию. Господи, помилуй. Конечно, если сидеть в сральнике по 40 минут, и не такое произойдет в жизни. Все, пошли, пап, пошли. Открывай, открывай ворота, тяжело, тяжело. Так, на тебя, крошка, у меня на эту серию много планов. Все, милок, не надо топать, меня дед ждет. Ладно, давай. Слушайте, после того, как она нашла себе вот этого деда, раньше я с ней каждый день вместе проводил. Каждый день искал приключения на свою задницу. А сейчас-то что? Я ее вижу там пару минут раз в три дня. Потому что она сразу же... Это все дед. Это все дед. Испортил бабулю. Ну, конечно, забрал себе. И такими темпами бабуля даже про своего недовнука, ну, про меня забудет, да? Там троюродно, двоюродные через мамину, папину линии там. Ладно. Да что ж ты будешь делать? У тебя двери как будто из картона сделаны. Сейчас, подожди. Перезагрузка. Семёныч, открывай! Или я сейчас снова... Или я сейчас снова сам открою! Кулак уже болит, Семёныч! Иди сюда, здорово. Двери бы себе поменял, они выглядят вроде железными снаружи, но внутри как будто пенопласт какой-то. Так, смотри, что мне надо сделать? Я тебе принес мою крошку. У меня много планов. Сейчас я тебе все объясню, подожди. Из этой крошки надо сделать просто пушку. Пушку! Пушка, чтоб была, чтоб самая быстрая тачка в этом городе была. Там у нас в центре не до вот это стритрейсеры завелись. Я их должен вздрючить, рано или поздно. Чтобы была самая мощная молния Маккуин. Вот забабах сюда все, что только можно. О стоимости даже не задумывайся, чтобы здесь было все самое жесткое. Ага, понятно. Так, ну давай, осматривай, что тут сюда можно забубенькать. Тут пошамань, еще тут. Давай. Бабки у меня есть, я там ничего не забыл. Код 2, 3, 4. Бабки есть, все есть. Такси тут припаять, ага. Ну, давай, Семёныч, если что, мне надо как можно скорее отремонтировать, чтобы, буквально уже сегодня, чтобы все было готово. Чем быстрее, тем больше заплачу. Ну, ща я все сделаю и потом разберемся. Ну, давай. Заносить внутрь? Заносить или сам занесешь? Ставь свою тачку туда. Ага, понятно. Нифига себе технологии, конечно. Все, ты будешь работать, Семёныч?
Ага, Хорошо, ждем. А что, Семёныч-то в итоге отремонтировал вот этот трактор свой, не? Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шло всехом, не жалею ног всех. Аккуратно! Задавить меня хотела! Откуда лошадь? А, это деда же, да? Значит, дед тебе лошадь подарил, да? А мне вот ничего не подарил. Ну ладно. О, милок, а ты знал, что в городе праздник? А разве в Жопосливке вообще какие-то праздники бывают? Мне кажется, тут даже не отмечают День города, потому что его банально здесь нет. В Жопосливке жопа сплошная просто. Так вот, картинг-гонки. Да ладно! Сегодня? В центре гонки устраивают? Семёныч! Поторопись, пожалуйста! Так, мы успеем на год. Ладно, пока там Семёныч варганит мою тачечку, я-то тачку ему отдал, чтобы он заварганил. Как бы я понимаю то, что я много бабок отвалю за неё, за её починку, за её тюнинг, но всё же, знаешь, бабуль, у меня есть план небольшой. Я встретил гонщика в центре. В прошлый раз они меня вздрючили, да, по самые не хочу. Но мы с ними заключили договор. То, что если бы я их вздрючил, они бы мне показали свой гараж. А у них в гараже я просто вангую куча крутых тачек. И просто представь, если я выиграю, они меня должны будут повести в гараж. Я узнаю, где они прячут тачки. И потом темной ночкой все их тачки куда-то пропадут. Поняла? Молодец, не тупенькая. Так вот, я надеюсь, ты тоже понял, что я хочу сделать. Ой, милок, слушай, это дед такой лапуля. Ой, опять ты про своего деда. Ладно, давай рассказывай, что дед... Семёныч, давай быстрее, я тут про деда не хочу истории слушать. Прикинь, он мне вчера массаж пяток сделал. Ну, молодец твой дед, я ничего не говорю. Не, как бы я рад за тебя, то, что ты нашла своего спутника по жизни. А, кстати... А чё по свадьбе? Если у него такие серьезные намерения, пускай он тебе там кольцо дарит, пускай замуж зовет, если дед такой. Ну не будет никакой свадьбы, мало еще знакомы. Ой, мало знакомы, да вам по 90 лет скоро умирять уже надо, поэтому... А вот и дед. Ну признайся, я же знаю то, что он тебе сделал предложение. Ну ладно, расскажу, он мне вчера сделал предложение. Ну вот и я о том же говорю. Ой, дед, а мы тут как раз-таки про тебя разговариваем. Знаешь, народная пословица, вспомнишь говно, вот и оно. Дорогая, поехали, свадьбу планировать будем. О чем и речь? Не хотела ты мне сразу, да, рассказывать то, что свадьба вот? Ладно, дед, давай сделаем так. Ты бабульку знаешь дня 3-4, я бабульку уже всю свою жизнь знаю. Примерно месяцев 5-6. Ну, где-то так. Я ее внук, хоть и не родной, а сводный. Не спрашиваю, как это, так иногда бывает. Всю свадьбу оплачиваю я. Все расходы на мне. Вся еда, организация, тамада. В смысле, не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Вся организация на мне. Это моя суженая ряженая, вся свадьба на мне. Твоя суженая ряженая, а как бы бабуля, она моя. Поэтому все. Организация на мне, я за все буду платить. Не-не-не-не-не, свадьба на мне и точка. Свадьба на мне и две точки. Я буду платить. Дед, нет, на мне, я сказал. Слушай, ты пень усастый. Я тебе сказал, что свадьба на мне. Я ее буду организовать, пердак старый. Если уступи мне хотя бы здесь. Бабушку увел? Увел. Она с тобой больше времени проводит, чем со мной. Все, я тебе сказал, даже не рыпайся. Я буду за свадьбу платить. Она моя бабушка, я беру на себя все расходы. Понятно? В смысле нет? Короче, я тебе сейчас этим гаечным ключом... Бабуль, держите меня! Еще пропишу тебе. Мальчики, надо ссор, давайте пополам будете организовывать свадьбу. Ладно. Все, хорошо, я не буду с тобой спорить, я согласен 50 на 50. Я 50% организовываю, ты 50% организовываешь. По рукам, дед? Ладно, только ради тебя, милая, но... Все же свадьба будет на моей территории, на моей ферме. Ну ладно, на ферме так на ферме будем... Будет у нас развлечение вместо тамады, там коров доить будем или кабанчика заколем, да? Интересно будет. Ну все, дорогая, поехали, планировать свадьбу будем. Ладно, давайте тогда езжайте, я тут с Семеновичем еще покукарекаю. Та не, со своим внуком хочу побыть. Опа! А как тебе такой поворот? Ну ладно,
Все, давай, дед, до скорых встреч! Мы с ним не подружимся, бабуль, мы с ним не подружимся. Опа, Семёныч! Все сделал? Так, отойди, я сам хочу посмотреть. Момент истины. Бабуль, если что, на пол не падай, поэтому лучше сразу сядь. Раз, два, три! Ой, чуть балаклаву не снял. Так, сразу заправим. Какой там, 95-й или там солярка? А вроде это сойдет. Полный бак. Ну почти полный, половина. Ля, милок, какой монстр. Пушка просто. А я о чем говорю, Так, сейчас я протещу, пердит, не пердит. 260 лошадок, да ладно. Перли, какой звук! Двигатель 4 цилиндра, турбиновая турбина. Пердит-то как! Карбоновые вставки. Ю, пушка! Ой, бабуль, с этой черной тачкой и с этим монстром я реально всех просто порву. Ага. С тебя 45 тысяч. Сколько?! Ты видишь, сколько я всего тебе сделал, это все денег стоит. Сотта бабуля за всю жизнь столько пенсии не получила. Какие сот... И это еще по скидке 0.5%. Ой, спасибо большое тебе, господин, за скидку в 0.5%. Слушай. Ладно. Все. У меня есть план. И этот план должен окупиться. 45 тысяч, бабуль, прикрой меня. 1, 2, 3, 4. 45. Тут 10, тут 20, 30, 40, 45. Половину своих бабок я прямо сейчас потрачу на вот эту тарантай. Ладно, бабуль, все, можешь прятать. Так, 5, 10, 15, 20, 25, все. 45 тысяч там есть, можешь пересчитать, если не веришь мне. Бабуль, я надеюсь, что эта тарантайка окупится. Если нет, тогда я реально просрал просто половину стоимости синей тачки, которую я толкнул. Ладно, Семёныч, если что, если будут какие-то проблемы, там на починку к тебе прибегу. Надеюсь, что она не поломается. Бабуль, иди садись в свою тачку и поехали. Встречаемся возле Ашотика. Ёханый папа, не, ну монстр, 260 лошадок. Давай, бабуль! Здравствуйте! О, Нубас, привет! Тебе не хватило того, как мы тебя вчера вздрючили? Ага. Сейчас мы посмотрим, кто кого вздрючит в этот раз. Или я тебя, или ты меня. Да, добро пожаловать, здравствуйте. Вы организатор? Если я хотел бы записаться, сейчас еще моя вот эта бабушка приедет, тоже бабушку запишем. Да, мы организовываем гонку. Хочу поучаствовать, да. Стоимость участия 2500. Ладно. Опа. 2500 за меня и 2500 за бабку. Победитель забирает весь банк. Кстати, смотри, бабуль, если я еще все же смогу выиграть на моей точиле, тогда я еще и весь банк заберу. Как я понимаю, каждый скидывается по 2500. А где остальные два гонщика? Вчера вы такие крутые были, вчера вообще четверо было. Сейчас только двое, да? Кстати, они реально меня просто по-жесткому вздрючили в предыдущей серии. Вот. Посмотри, если хочешь, вот здесь подсказочка, тыкни на нее обязательно, посмотри. Я пытался всеми силами выиграть, честное слово, но что-то вообще не получилось. Да что там еще за тачка едет? Вот, поэтому посмотри обязательно. Это кто еще там приехал такой мелкий? Я смотри, его даже в тачке не видно, что он там. Школьник! Бабуль, быстро! Ёперный театр, с этим школьником вечные проблемы, нам же нельзя палиться перед ним. Так, он тоже в гонке будет участвовать, а как...
Ладно, пошли. Салам пополам, брат, Ашот! Выручай, пакет нужен на голову, чтобы школьник испалил. Или пакет, или какой-то шлем, или пластическую операцию, я не знаю. Но у меня есть старый мотоциклетный шлем, надо? Давай, без разницы, давай, быстро! Ой, это школьник реально всегда не вовремя. Ну тогда 300 рублей забирай. Что ж ты это жлоб-то такой? Ну брату да одолжи на один денек, я тебе завтра отдам. Какие 300 рублей? Ладно. Держи. Давай, быстро. Сейчас, бабуль, я его напялю. Ля, какой красавец. Ну как, не идет? Вроде как да. Все, бабуль, потопали, времени вообще нет. Давай, быстро за мной, быстро. Надеюсь, школьник меня в этом не узнает. Ну, если он, конечно, тупенький хотя бы немножко. Когда там гонка начинается? Когда? Гонка начинается по местам. Все, пошли, бабуль, пошли. Гонка начинается. Я заберу. Угу. Мы с тобой случайно нигде не встречались? Я вообще тебя первый раз вижу. Отстань, мелкий, я не люблю школьников. Отстань. Перед ним лучше вообще не палиться. Напоминаю, победитель забирает все. Ашот? Ашот, ты тоже участвовать будешь? Бабуль, давай на все на старт. Так, что-то много сегодня участников. То есть 2500, 2500, 5000, 10 тысяч, 15 тысяч. Слушай, я если я выиграю, я неплохой такой куш могу себе забрать. А что, ты в другую сторону ехать будешь, не могу? А хорошая сегодня погода, согласись. Уйди, противный, уйди. Что-то знакомый у тебя голос. У меня не знакомый у меня голос, вообще другой голос. Ко мне тут предстает молодой человек. Скиньте, пожалуйста, чтобы этот школотрон от меня отстал. Так, все, все по местам. Я готов! Видишь, другой у меня голос, другой. 3, 2. Фальстарт! Ядрить, как ты газуешь просто! 45 кусков отвалил, но сейчас всех сдрючу! Я же говорил вам! Я смогу даже вывести такой... Fuck you, bitches, сосите большие! Школьник догоняет. Ага, да, конечно, так, здесь, да, смотрите, дорогу-то построили какую. Валим! Не, ну на такой тачке я вообще всех смогу погнать. Не, вот этот меня догоняет. Видишь! Затащил! Бабуль! Да! Ты победитель, забирай все, давай, все на бочку. 15 кусков я уже отбил. Так, 45 тысяч за тачку, 15 отбил. Ну, уже. С тобой точно не... Первый раз с тобой вижу. Вот бабуля подъехала. Первый раз. Не знаю даже, кто ты такой. Поздравляю. Мы такого не ожидали. Ну, вот, давайте отойдем немножко подальше. Просто меня этот бесит, мелкишки. Ну что, кто выиграл, мелкишки? Я выиграл! Ну, я же вам говорил в прошлой серии, то, что я вас сдрючу. И тебя, и другого, и двух остальных ваших гонщиков, которые почему-то сегодня не приехали. Уговор наш, помните? Я выигрываю, вы мне показываете свой гараж. Ладно, уговор есть уговор, садись в тачку и за нами. О-о-о! Бабуль, садись в тачку и давай за ними. Давай, ведите! Бабуль, догоняй! Сейчас мы посмотрим на всей тачке. Хе-хе-хе-хе-хе.